Рекордное количество участников за всю историю мероприятия – 9 тысяч человек. Новая олимпийская прописка «Инвестфорум» в этом году развернулся на территории самой большой конгрессно-выставочной площадки Краснодарского края в главном медиа-центре. Апартамент-отель «Клифф» в миниатюре, три панорамных корпуса, бассейн, рестораны. Архитектурный макет инвестпроекта установлен в выставочном павильоне Анапы. В соседнем зале в составе экспозиции Краснодарского края город-курорт презентует еще два крупных проекта. Накануне в Сочи прибыл мэр Анапы. Сергей Сергеев возглавляет нашу делегацию. Мы привезли 24 проекта и 32 инвестиционные площадки, на которых сегодня можно уже, они готовы, они поставлены на кадастровый учет и можно по ним заниматься. Ну а вы видите здесь макеты, реконструкция морского порта и большой объем жилищного строительства в горном кластере. И в соседнем павильоне у нас еще есть один макет, там где расположены все муниципальные образования. Тоже связан с курортным комплексом. Деловая обстановка чувствуется во всем. Обсуждается будущее подписание соглашений и представленные проекты. Интерес к инвестиционным предложениям Анапы высок. Выставочный павильон города-курорта осмотрел председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Пикетов. Сергей Сергеев подробнее рассказал о проекте. До прибытия на инвестиционный форум председателя правительства России Дмитрия Медведева в главном медиа-центре побывал его заместитель Дмитрий Козак. Сегодня в течение дня Анапа подписала 11 соглашений с инвесторами. Общая сумма привлеченных в экономику курорта инвестиций – более 7 миллиардов рублей. Завтра работа нашей делегации на сочинском форуме продолжится.